Расстрел в Центре помощи инвалидам в Калифорнии признан террористическим актом. Об этом заявило руководство ФБР. Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Саид Ризван Фарук, который вместе с женой убил 14 и ранил еще 20 человек, мог быть связан с экстремистскими группировками Джибхат ан-Нусра и Аш-Шабаш, действующими на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А телеканал CNN распространил информацию о том, что супруга Фарука заявляла в соцсетях о поддержке ИГИЛ и присягнула на верность террористической группировке. Официальные власти эти данные пока не подтверждают.